Фестиваль воскресных школ «Светлый ангел» прошел в Воронеже. Пасхальный форум детского и юношеского творчества организуется в епархии в шестой раз с целью развития творчества и воспитания в подрастающем поколении любви к православным традициям. Во Дворце творчества детей и молодежи состоялся заключительный этап фестиваля, на котором выступили финалисты отборочных туров. Со сцены звучали стихи и песни, прославляющие воскресшего Христа. Мы первый раз этот фестиваль проводим, гала-концерт в этом зале, но всегда мы действительно с душевным трепетом воспринимаем каждое выступление ребят. И мне хотелось бы поблагодарить всех организаторов, всех участников, особо жюри, которое просмотрело более 100 коллективов, более 100 воскресных школ, которые приняли участие в этом фестивале «Светлый ангел». Также на празднике мальчики и девочки исполнили танцы, театральные постановки и литературно-музыкальные композиции. Жюри отметило, что с каждым годом конкуренция между участниками фестиваля растет, а значит, повышается и уровень исполнения номеров. Если сейчас посмотреть на эти 6 лет, то мы видим разительную разницу, как это все начиналось и как сейчас происходит. То есть коллектива все больше, уровень все выше, все скрупулезнее, все ответственнее, педагоги и дети подходят к своим номерам, к своим выступлениям. Совсем маленькие дети и подростки, почти профессионалы и только начинающие, все ребята по-своему и очень ярко делились со зрителем своим творчеством. По завершении выступлений участники фестиваля получили благодарственные письма от митрополита Воронежского и Лискинского Сергия.